Служить вами это почетно, это долг, поэтому нужно уделить внимание всему этому и поработать в том направлении, особенно по сельским округам, по городу надо поработать. Главы сельских округов, как никто другие, практически знают всех своих жителей и знают всех своих, допустим, призывников. Если не знают даже всех, то могут узнать, если очень захотят. Скажите, списки есть у глав сельских округов? Есть. Мы проводили занятия 26 числа. Военно-учетным работникам выдали все списки. Все. Все списки выдали. И повестки. Значит, первое, это главам сельских округов отработать эти списки. Это поручение.